Дверь нам откроет. Ну. Праздник у вас. Дождались. Да, это вы сюда, так, здесь одеваетесь. Да. Святому Твоему страсти, Твоему Господи, настави меня, правда, Твоя враг моя, ходи с Твоя пред Тобой, путь
Сейчас. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, именем Твоим спаси меня, силой Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, умри словом уст моих, ибо чужие восстали на меня и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врага мои, истинную Твою истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего, внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей, и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие и в небе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его. Злодеяние и бедствие посреди его пагуба, обман и коварство не сходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него и укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущие. Потому что нет ни перемены, они не боятся Бога. Простер я руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а сердце их рожда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не сведешь их проб погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит Тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит Тебя, и крыльями его будет безопасен, щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасом ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, зараза, опустошающая полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивых, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе, охранят тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Назовет ко мне, и услышу его, с ним я скорби. Избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И Все вроде
рожди наше, Ты и же от Тебя родшегося, моли Богородице Дева, много бы может моление матерне ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милости весе спасти моги, и же страдать о нас изволивай, скоро да предварятны щедроты Твои, Господи, яко в нищахом взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Соблюдаемый и наставляемый достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Преосвященнейший Владыка, благослови. Аминь. Боже Господи, сил и всея твари Содетелю, и ж за милосердие беспрекладные милости Твоя, Единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспослави на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивы тем начала и власти тьмы, сам Владыка Человеколюбче, прими нас грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающей, свежей Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного дрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, Сто Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Боже, очисти нас грешных, и помилуй нас.
Благослови душа моя Господа, благослови.
пречистую, прелагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Помяни нас, Господи.
Господи, помилуй. Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси, благочестивые. Священница
сердце твои облекутся в правду. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И преподобные твои возрадуются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
преснопамятных, святейших патриарцев православных и создателей святого храма сего, и о все прежде почивших отцах и братьях, и лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощение, оставление грехов, рабов Божиих, братьев святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарящий со страхом и трепетом не корби, не потреби Твоей благоутробе, спаси, Владыка наш Господи, о Твоих благодеяниях, я же излиясь изобильно на рабех Твоих, и припадаем и славословие Тебе, ко Богу приносим, и умиленно вопием, избавят себе рабы Твоя, и всегда яко многомилостив, исполнив воде желания всех нас, прилежно молитесь, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко же ныне милостивно услышалось и молитвы рабов Твоих, Господи, и явилось на ней благоутробие человека любя Твоего сице, и впредь не презирай исполни во славу Твою вся благохотение веры Твоих, и явився нам богатую милость Твою, вся нам согрешение презирая, молимся Те, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человек любит Бог, и все Тебе славу посылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне пресне, и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твои услыши, и помилуй нас, его брани хотящие, ополчившись на Святую Русь, чающий разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Божия помощь людям Твоим, и подашь нам силы Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие, ко всякому благу застави мудростью богати. Воины и все защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди. Крепость духа им не спасти, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенная крова и в изгнании сущие вдовы введи. Алчущие напитай, недугущие и страдающие укрепи и исцели. Смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным, и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обдавим люди Твои, якода единими усты и единым сердцем, исповимося Тебе, единому Богу, Троице славимому, Ты понеси заступление и победа, и спасение уповающее на Тебя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помолитесь о оглашении, Господи, ви. Господи, помилуй. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Якуда поддержал и ты всегда храним и Тебе славу,
на жертву, ты еще на ней скопируешься нам, я кровавый ты все. Thank you.
великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, святотроицкие Сергиева лавры священного архимандрита и господина высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический монашеский чин, настоятеля, братьев, прихожан, благотворителей, благоукрасителей, жертвователей святого храма сего, всех где труждающихся, поющих, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, и не присно, и во веки. Архиепископа Твоя, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, и не присно, и во веки. Ответа на страшном судище Христове проси. О, дай
Божию, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Херувимы и Серафимы, шестокрылатые многочисленные, возвышающиеся.
15. Победою песнь, поющее, вопиющее, взывающее и глаголющее. Извинение души во оставлении грехов, при общении святаго Твоего Духа, во исполнении Царствия Небесного, без знамения же к Тебе, нет суда и в осуждении, еще приносим Тебе словесную сию службу, а ежемире почивших, праотцах, отцы, патриарцы, пророцах, апостоли, проповедницах, евангелистов, мученицы, проповедницы, воздержницы и о всяком Духе праведном, вере встречавшихся. Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословении, славней Владычице нашей Богородице и Пресвятей.
Свято-Троицкие, Сергиевы лавры, священных архимандритов и господина Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, их же дары святым Твоим церквам, мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово творения истины. Антония епископа Солгородского и Каменского и Божьей дары святым тем церквам мире целых здравых долгоденствующих, правоправящих, слово Твое истины. Господина и Отца нашего, Преосвященнейшего Антония, епископа Солгородского и Каменского, приносящего святые дары сия, Господи, Богу нашему. О великом Господине Отце нашим Кирилле, святейшем патриархе московском и всея Руси, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, и о всем священничестве и иночестем чине, о богохранимой стране нашей, во всех воинства и я, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочтании и страхом Божиим труждающихся служащих, о исцелении в немощих лежащих, о успении слабе, блажении памяти и оставление грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, и о ниже киждо в помышлении живота нашего в мире покаяния скончать, о Господа просим.
о спасительной вере. Послание к Римлянам, 10 глава. Если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Так святой апостол Павел показывает удобный путь ко спасению через веру в Иисуса Христа, свидетельствуемую исповеданием Его имени. Сердцем верится в правду, сердцем верует к праведности или к оправданию. Вера в душе, расположение души, соответствующее вере, в мыслях, в чувствах, в желаниях, необходимо для достижения оправдания. Без веры невозможно угодить Богу. Для нашего оправдания необходимо, чтобы мы веровали в Иисуса Христа, и чтобы этой вере соответствовали наши мысли, чувства и желания. А устами исповедуют ко спасению. Истинная вера необходимо обнаруживается в делах. И без дел вера не может быть истинной. Послание Иакова. Вера, не имеющая дел, мертва сама по себе, говорит апостол Иаков. Устами же исповедуется во спасение. Апостол Павел указывает на самое близкое, естественное обнаружение веры в деле посредством исповедания имени Христова. Это дело особенное значение имело в первые времена христианства, когда за исповедание имени Христова подвергались гонениям, мучениям и смерти. Иисус Христос говорит: «Кто исповедует Меня пред людьми, того исповедует и Сын Человеческий пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется Меня пред людьми, отвержется того и Сын Человеческий пред ангелами Божиими». Евангелие от Луки. Слова апостола: сердцем веруется в правду, устами же исповедуют ко спасению, рассматриваемые вместе, изображают истинную и спасительную веру в Иисуса Христа, которая, начинаясь и утверждаясь в уме и сердце человека, необходимо обнаруживается в словах и поступках его. Истинная православная вера требует, чтобы мы с несомненным убеждением принимали учение Господа Иисуса Христа и последовали этому учению, и таким образом свою веру свидетельствовали добрыми делами. Кто говорит: «Я истинно верую в Иисуса Христа» и не исполняет заповеди Его, тот заблуждается, не понимая того, что его вера не истинная, не живая, а мертвая. Апостол Иаков пишет: «Какая польза, братья мои, если кто имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Говорят иногда: «Мы надеемся на веру, а не на дела свои». Апостол говорит: «Праведный верою жив будет» к Римлянам 1 глава. Слова апостола несомненно возвещают нам спасительную истину, но надо понимать апостольское учение разумно, согласно с духом апостольского учения, а не как нам кажется. Апостол Павел пророческим словом «праведный верою жив будет» дает такое значение: праведный получает оправдание и жизнь только через веру в Иисуса Христа. Ибо только эта вера в Иисуса Христа, сила Божия, есть во спасение всякому верующему. Это несомненно истина, что без веры в Иисуса Христа, за наши грехи пострадавшего и умершего на кресте, невозможно спасение. Но эта вера необходимо должна соединяться с любовью, как учит тот же апостол. Ибо во Христе Иисусе ни обрезание ничего не значит. Или вера, действующая любовью. А что значит вера, действующая любовью? То же, что вера, оправдываемая делами. Или то же, что говорит апостол Иаков. Вера чистая, нескверная пред Богом Отцом есть та, чтобы хранить себя
презирать вдов и сирот в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послание Якова. Сам Иисус Христос говорит. Всякие имеющие заповеди, не соблюдающие их, тот пребывает в любви моей, Евангелие от Иоанна. Так вера, поспешествуемая или действующая любовью, есть истинная вера, питающая в человеке верующим любовью к Богу и ближним, или вера, свидетельствуемая добрыми делами. О такой вере говорит апостол в словах. Сердцем исповедуют праведности, сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению. Помните апостольское учение. Сердцем веруют праведности, устами же исповедуют ко спасению. Помните, что без веры невозможно угодить Богу, и что наша вера должна быть искренна от всего сердца, что наша вера должна соединяться с любовью к Богу и ближним, что наша вера должна выражаться в наших словах и делах, или мы должны перед другими исповедовать свою веру словами и делами, соблюдая заповеди Христовы. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступите. Самая честная кровь Твоя. Молюсь его Тебе, помилуй меня, и прости меня согрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причастить и все причистых Твоих таинств в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайная дней, Сыне Божий, причастника мя прими. Не Бог, не Бог врагов Твоим тайну помем, не лобзание Ти дам мне к Иуда. Но я как разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд или в осуждение. Будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но в исцеление души и тела. Аминь. Честная и святая тело и кровь. Господи, Бог, спаси нашего Иисуса Христа, очищается. Вот так. Thank you.
и благослови достояние Твое. Господи, сохрани нам, благо и надежду.
Благослови! Благослови Преосвященнейшего Владыко! Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и небесный, и вся исполняя сокровище благих, и жизни вода. И очищены от всяких рассверных, и спаси Боже души нашу. О Господь, явися нам, благослови гряды имя Господне, исповедайтесь о Господе, в яко благе, коли милость Его. О Господи, явися нам, Увышедшим и ножами Господи противлялся им. Господи, явися нам, благослови грядут. Не умру, но живу, но и память о Господня. Господи, явися нам, благослови грядут. Камье Боже, непригоже, зиждущиеся и высоколуга, от Господа бысь и зима чесек наших. Святая Богородица, спаси нас. Священному ученичу Анфиме, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святый священномученик Анфиме, моли Бога о нас.
Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое... Лихо. Слава тебе, Господи, славу тебе. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Пресвятая Богородице, спаси нас! Святый священномученич Анфиме, моли Бога о нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Имени Христа и во веки веков. Аминь. Господу помолимся всем всем. Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святый священномученичий Анфиме, моли Бога о нас. Святый священномученичий Анфиме, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Благодать Святого Духа, благодать Святого Духа,
благодать Святого Духа. В этом году уборка, как свое. Рыбка, не рыбка. Нынче погода такая, да. Слава тебе, Боже, да слава тебе. Слава тебе, Боже, помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Что такое? Если поднять немножко, пропустить людей, икону поднять, чтобы вы проходите. Проходите. Неимоверная помощи, неимоверная надежды. Разве тебе, Владычице, ты нам помоги, на тебе надеемся и тобою хвалимся, твоего есть мы рабе, да не последний. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молитесь, о слыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся великом Господине Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Сергии, и о Господине Отце нашим, преосвященнейшем епископе Антонии, и все во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, благохраним и стране нашей, во всех воинство и до тихой безмолвной житие поживе, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божьих, братья святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за все братья, за все православные христиане. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю нашу упование, всех отцов земли, сущих море далече, милости, милости будем владыка в грехах наших и помилуй, милости в бою человека любит Бог еси. И тебе слава ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Твою и помоги.
благословен Христос Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Нашего Кирилла, святейшему патриарху московскому и всея Руси, и святотроицкий Сергий Лавра, священный архимандриту, господину высокопреосвященнейшему Сергию, митрополиту Барнаульскому и Алтайскому, и господину отцу нашему, преосвященнейшему Антонию, епископу Славгородскому и Каменскому, Бога храним и стране нашей, во всех воинства и народа я, настоятеля прихожанам святого храма сего, и всем православным христианам многое лето! Всех вас, дорогие мои, поздравляю. Спасибо. Священномученики, мученики вообще это особый сон святых. У нас много святых. Есть святые мужчины, есть святые женщины. Есть святые подвижники благочестия, есть преподобные, которые от мира этого убегали в пустыню. А есть мученики-свидетели, свидетели Христе, которые, свидетельствуя о Христе, отдали самое дорогое, что есть у человека. А дороже жизни, но только если жизнь вечная может быть для человека. Вот ради этой жизни и вечной, свидетельствуя о Христе, пострадал в том числе и священномученик Анфим. Первые 3 века христианства были очень непростыми веками. Это были годы практически непрекращающиеся гонения на христианство. Заодно то, что ты называешь себя христианином, заодно то, что ты, как и другие христиане, стараешься быть в храме Божьем, за то, что ты стараешься жить по-христиански, тебя преследовали. И могли тебя, несмотря на то, что, как мы с вами знаем, христиане всегда были покорны власти, и уже апостол Павел заповедует молиться и о стране, и о властях, и о императоре, и даже в те времена первые 3 века христианства, когда императоры были язычниками, гонителями, тем не менее, за каждой литургией община христианская молилась всегда, в том числе и властях, и об этих императорах, язычниках и гонителях. Церковь была всегда послушна в том, что касается внешнего,
Помни слова Господа нашего Иисуса Христа, что Богу Богово, Кесареву Кесарево. Кесарю Кесарево. Нужно разделять небесное и земное. Но тогда, когда касается самого главного дела, когда касается твоей веры, твоего вечного спасения, тут уже невозможно никакие компромиссы, невозможно никакие согласия, невозможно никакое соглашательство. Потому что речь идет уже о твоем вечном спасении, о твоей вечной жизни, о том, что никогда не кончается, о твоем вечности общения с Господом Иисусом Христом. Если ты здесь от Него по каким-либо причинам отречешься, то и Он от тебя тоже откажется. Не потому, что Бог такой жестокий, но потому, что так справедливо, так правильно. Бог не желает насильно войти в нашу жизнь, в наше сердце. Он, конечно, стучит в это, двери этого нашего сердца. Он постоянно зовет, призывает нас к себе, но только от нас зависит, пойдем мы, услышим мы этот призыв Божий или не услышим, или отвернемся от Него. Он никогда не ведет нас к себе насильно, ничего с нами не делает, не помимо нашей с вами воли. Так вот, святые доказывают эту преданность Богу, доказывают, отдавая за Него самое дорогое свою жизнь, в том числе и нынешний наш святой, покровитель этого храма, святой священномученик Анфим. Пускай его молитвами Господь помогает нам всем процветанию дальнейшему и жизни этого храма, чтобы он наполнялся, как и прежде, молитвами верующих людей, чтобы сюда приходили, как приходили раньше, в любой храм люди своими радостями, скорбями, чтобы мы здесь, самое главное, общались с Господом Иисусом Христом, соединялись вокруг чаши, причастия, вокруг тела и крови Господа и Спасителя. Чтобы мы здесь являли свое единство и продолжали являть его и в жизни, там, за порогом храма, по-прежнему оставаясь единым, единой общиной верующих, последователей и Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Пускай его молитвами Господь укрепит нашу церковь, которая проходит, как вы все знаете, время нелегких испытаний, искушений и трудностей. Где Отечество наше и все страны, где наша церковь русская православная несет слово проповеди, укрепит, разумит их властителей, правителей, по молитвам святого священномученика Анфима, епископа Никонидийского, всех святых Божиих. Всех вас поздравляю с праздником, всех причастников сегодняшних причастниц, поздравляю с причащением тела и крови Господа и Спасителя Иисуса Христа. И также сегодня, пользуясь возможностью такую, хотел бы вместе с вами поделиться радостью и поздравить отца Иоакима. Он в этом году юбиляр. Ну, конечно, не юбиляр совсем таком библейском смысле, да? Библейский юбилей — это 50 лет, потом 100. Ну, до 100 ему еще надо немножко дожить. Но мы надеемся, мы с ним еще и 100 лет отпразднуем. А может быть и больше, там, кто знает. Не надо же Божье милосердие ограничить ни в коем случае. Может, Господь и 150 раз отпразднует, кто знает. Вот, но сегодня, вот он в этом году 80-летие празднует, и я рад, что отец Иоаким по-прежнему бодрым в таком состоянии духа и физическом, несмотря ни на какие болезни, которые каждого человека постигают. Я поздравляю сердечного внучку с юбилеем, желаю доброго здравия, помощи Божией. Хотел бы вручить вам сегодня, пользуясь поводом, медаль. У нас совсем недавно Святейший Патриарх благословил, учредил наши епархии, нашу епархиальную награду Славгородской епархии. Медаль эта в честь священномученика Иакова, архиепископа Барнаульского, Алтайского. Святейший так и благословил назвать эту медаль в честь священномученика Иакова Алтайского. Медаль нашей епархии. И вот скажу вам по секрету, первый награжденный этой медалью будет как раз отец Иоаким. Так что я сердечно поздравляю, прошу принять эту вот награду. Медаль священномученика Иакова Алтайского. Пока третьей степени, ну, чтобы у нас была еще возможность еще поздравить, еще и вторая еще будет, и первая. Вот, ну, начнем с третьей, чтобы были еще поводы. Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! Для прессы.
Спасибо. Спасибо, Христос. Хоть к нам и трудно доехать, но все-таки доехали. Мы очень даже переживали. Думаю, ну что, придется отказать. Льет и льет тоже. Даже на машине, на хорошей, тоже трудно проехать. Здесь два дня было сухо, потом еще немножко подлило. Вот. Ну, слава Богу. Искушения, конечно, большие Господь посылает, но с помощью Божьей переносим. Особенно кто занимается хозяйством, сельским, сеет, это еще урожай, там десятую часть не убрали. Вот в году, да, такое. Да, лето было сложное. Поэтому и осень, оказывается, мы всегда рады, Владыка, что помогает Господь. Вместе. Всех вас будет. Храм у нас, это, видите, это был бывший колхозный клуб когда-то. Это где-то в 60-х годах. Потом, когда встали деревни, это разжители. И вот был он здесь, они только были стены, полуразобранные стены. Вот. Как промыслить? На каждой стене из красного кирпича крестик выложен.